В Одинцовском округе насчитывается порядка 6135 подъездов. Два года назад в ремонте нуждалась половина от этого числа. На сегодняшний день в порядок привели 2530 парадных. В этом году работа продолжится. К ремонту уже приступили 9 территорий. Еще в 8 поселениях он должен начаться в кратчайшие сроки. Такое поручение дал глава муниципалитета Андрей Иванов. В этом году мы должны привести в порядок 144 подъезда. Из них 21 подъезд уже ремонт сделан, еще на 19 ремонтные работы ведутся. Цвет стен и напольные плитки, дизайн лавочек – все должно быть согласовано с жителями. Их решение отражается в протоколе общего собрания. С прошлого года внедрен новый стандарт ремонта входных групп. Необходимо обязательно козырек и освещение, замена оконных блоков в подъездах и замена напольной плитки. Ну, по напольной плитке как бы хотелось один комментарий дать. Здесь как раз на фотографии представлена коричневая плитка. Вот очень часто жители просят коричневую плитку, либо темного цвета. И это является такой ошибкой, которая потом приводит к тому, что эту плитку очень трудно отмыть. Это не парадоксально, но светлая плитка выглядит чище, чем темная. 33% подъездов к 1 июля должны быть отремонтированы. Полностью работы планируется завершить в середине ноября. В этом году в Одинцовском округе установят 17 новых детских площадок, из них 9 по губернаторской программе. Еще 24 будут модернизированы. Осмотр игровых комплексов в муниципалитете должен быть ежедневным. Нужно не реагировать на жалобы, а не допускать их появления, подчеркнул заместитель руководителя администрации по ЖКХ Михаил Каратаев. Не так сложно организовать ежедневное посещение, разбить их там на десятки и закрепить за конкретными людьми, чтобы каждый человек понимал, что он отвечает за эту площадку. Если по ней появилось сообщение о доброделе, то это его личная персональная ответственность, что он не досмотрел за конкретной этой площадкой. Все работы на детских площадках также необходимо согласовывать с жителями. А на информационных стендах должна быть размещена актуальная информация, в том числе о сроках проведения работ. Евгений Августин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».